Итак, после церемонии награждения, соревнования продолжаются, и следующий предмет – это мяч. И вот в таком порядке девушки будут выходить сейчас на помост. Ну что, опять, кстати, вот мяч, его же не было в прошлом сезоне. Его не было, сезоне, его и, давно уже не было, да. У нас были булавы, булавы ушли, они пришли к маленьким детям. А мяч пришел вот к сеньоркам. Мяч имеет тоже свою форму, но он маленький и круглый, норовит пойти не туда. Нужно обладать очень тонким чутьем. Тело должно быть очень чувствительным, чтобы принять именно туда, куда направляла его гимнастка после броска. Посмотрите, эта гимнастка красиво катает мяч. У нее очень мягкое и чувствительное тело. Броски высоченные. Четкие красивые линии у Сильвии Митевой. Музыкальная девочка. Каждое движение под музыку. Музыка как капельки. И мяч также катится. Очень музыкальное упражнение. Гимнастка вся находится в музыке. Закончила упражнение без музыки, что... Оказывается, в этой гимнастике, да, сейчас она получит сбавку в конце упражнения. Но она получает оценку 24,6 балла. Да, ну, здесь появились новые элементы в художественной гимнастике с мячом. Вот именно элементы гибкости. Сейчас создалась такая ситуация, когда в техническом комитете мы отстаиваем свои элементы.